Злоумышленники обокрали московскую квартиру актрисы театра и кино Марины Ниеловой. Об этом сообщил источник правоохранительных органов столицы. Минувшей ночью с 16 на 17 июля неизвестный проник в дом актрисы театра «Современник» в Потаповском переулке и похитил драгоценности, ценные вещи и деньги. В настоящее время проводится оценка похищенного. Уже известно, что сумма ущерба превысит несколько миллионов рублей. Сейчас на месте преступления работают следователи и оперативники, разыскивают предполагаемых грабителей.